Я с детства знала, что я буду дрессировать собак. Скажи, я себя не видела вообще ни в чем больше. Я знала, что буду работать в цирке. Что я увлеченный человек, и я живу вот цирком, я вся в работе. От моей карьеры просто невозможно. Здесь вот, наверное, как-то вот как с детства я замкнутый человек была, и как бы вот живешь как бы в другом мире. И то есть какой-то замкнутый мир, другая жизнь. Здесь нет такого жестокого мира, допустим, как где-то. Мне разрешили наконец-таки приобрести породистую собаку. Я не научила ее в туалет ходить на улицу, и мама поэтому продала мою собаку. У меня была такая трагедия, которую я не могу простить ей по сей день. То есть, когда я вспоминаю об этой собаке, я до сих пор плачу. То есть, это была самая лучшая собака в моей жизни. Это со мной идет, проходят годы, но легче не становится. Сложный человек, меня сложно понимать. И, наверное, меня просто терпят люди, которые меня любят. И муж, и сын, и... Да, и потом у меня еще большая энергетика такая. Если б, у меня девчонки просто молодые, вот, приятельницы, они говорят, если бы мы жили в том ритме, в котором ты живешь, то есть мы бы не выдержали. Я не знаю, по мне это нормально. Но всем людям, которые рядом со мной, им тяжело. Я люблю делать невозможное. Когда я знаю, что это сделать нельзя, я это делаю, то от этого я получаю очень большое удовольствие. Чем тяжелее мне бывает, тем сильнее я становлюсь. И как мне хорошо, я становлюсь слабой. Меня часто спрашивают, как я дрессирую собак, но как это объяснить, я не знаю. Потом, когда я с собаками общаюсь, я с ними разговариваю, мы понимаем друг друга. То есть вот у нас настолько с ними связь плотная, как бы мы вот одно целое. У нас одна аура, наверное, на нас. И поэтому как бы мне с ними, с животными, мне легче общаться и разговаривать, чем с людьми. Честное слово. И я могу сказать, что, наверное, это не я делаю. Что, наверное, какие-то ангелы мне это делают. Поэтому я хочу сказать, что не я такая хорошая, а мне помогают это сверху.
жизнь у меня вообще-то тяжелая. Но я счастливый человек, потому что все, чего я хотела, я добивалась. То все, о чем я мечтала, я имела. То есть я вначале мечтала иметь собак, я их имела. Я мечтала попасть в цирк, я попала. This my life. Yes. I no work, I die. This my sound. Yes. Я все время думаю, что я буду делать, когда я стану старой, если я не смогу работать. У меня начинается страх какой-то, что я боюсь вот это потерять.